Пришел мне все-таки заказанный через eBay циклон, вот Super Dust Deputy. Поэтому я выкладываю пятую последнюю часть, посвященную циклонам и пылеудалению. Сейчас распечатаем посылку, смотрим, что там. Этот циклон специально разработан для стружкоотсосов. То есть берется обычный стандартный стружкоотсос и пропускается через циклон. Производитель говорит о том, что этот циклон достаточно универсальный, он рассчитан от 0,5 до 3 лошадиных сил. То есть, ну, это примерно от 350 Вт до 2,2 кВт. Вот я уже рассказывал о том вентиляторе, который у меня есть. Вот, сейчас еще раз покажу. Вот он стоит у меня вверху. Вот этот вентилятор с двигателем 2,2 кВт. Поэтому это получается 3 лошадиных силы, поэтому как раз он подойдет к этому циклону. Поэтому... Устройство циклона, да, стандарт, элементарный, но вот рассмотрим его поближе. Ну, это вот входное отверстие 5-дюймовое, туда попадает воздух вместе со стружкой, с опилками. Вот это вот выходное отверстие, куда... откуда высасывается, ну, чистый уже воздух. И внутри, собственно, конус. Вот это вид снизу циклона. Вот приближаю. Вот видно входное отверстие. Расположено точно по касательной конусу. Здесь воздух закручивается. Опускается вниз, и вот через выходное отверстие уже высасывается отработанный чистый воздух. Вот такой очень компактный, симпатичный циклон. Высота его, насколько помню, 650 миллиметров, а ширина где-то 500. То есть он поместится в любой, даже небольшой мастерской. Вот, наконец, смонтировал циклон, повесил его на стену, сделал вот такое крепление на стену. Собственно, он просто свободно там помещается сверху, но это достаточно для того, чтобы он достаточно прочно держался. Внизу идет шланг и бак. Разводка здесь получилась следующая. Вот. На стене закреплен вентилятор. Это вот идет выходное отверстие циклона и дальше вот входное отверстие. Пошла разводка по мастерской. Вот здесь идет спуск к торцовке. Поставил торцовочную пилу на отдельный стол. Ну, об этом есть отдельное видео. Один отвод идет для уборки мусора с пола. И, наконец, еще один отвод идет к ленточной пиле. Здесь он спускается, переходит в 100 миллиметров и идет к ленточной пиле. Вот такая получилась разводка системы пылеудаления по мастерской. Еще один отвод идет непосредственно к вентилятору от галтовочного барабана. Не стал пускать его через циклон, поскольку здесь образуется очень мелкая пыль от галтовочных тел, и ее, в принципе, нет смысла пропускать через циклон, можно сразу выбрасывать на улицу. У всех отводов есть заслонки. Одновременно должна быть открыта только одна заслонка. Это к циркулярке. Эта вот заслонка идет к парковочной пиле. И это вот для уборки мусора с пола. У галтовочного барабана также
своя заслонка. Теперь проверяем, как все это работает. Вот если у меня в другом баке где-то треть бака, высыпаем все это. Вот видно, что здесь есть и строжка, и опилки. То есть мелкая, крупная фракция, пыль есть. Посмотрим сейчас, как справится наша система пылеудаления, циклон, со сбором этой стружки. Включаем циклон и открываем заслонку. Открываем бак и смотрим, что там получилось. Ну вот, надеюсь, видно, что вся эта бак был пустой. И вот вся эта стружка, опилки, все оказалось в баке.